походить по району, изучить окружающую среду, погоду. А потом, может, я поеду куда-нибудь погулять. Вот. Ну, как-то так. Давай понюхаемся нос. Дай свой нос. Ты тут видела, у тебя еще колбаска лежит? На, будешь? А! Ну? Вот. Ну все, я пошла. И ты пошла. Уйду. Ну, уйду сюда. Не хочешь? Хорошо видно вот здесь, девчонки, нужно остановиться. Вот и баржа идет уже по раскрытым воротам. Накрутят контейнеров много. Мы в заливе тогда видели из Кронштадта. Гуляем по лесу. Ни одной хочется оборачиваться бесконечное количество раз, как в фильме ужасов. Потому что хотя бы вот дорога. Лес. Мне постоянно хочется оборачиваться и смотреть, кто сзади меня. Но там никого. Так. Захотелось сейчас на скамеечку. Там конкурент. Все занял. Ищем другой. Вот дорога снова. Это развилочка, она идет чуть подальше от дороги. Я не знаю, настолько я смелый человек, чтобы идти сейчас по ней. Я уже иду, значит, я смею. Нет.
это лестница пришита. Есть кошка, которую я подкармливаю. Сейчас я покажу.